Добрый день. Мы очень рады сегодня с вами быть. Для нас это большая честь. И большая честь знать, что у нас сегодня такая большая аудитория, потому что у нас очень много вопросов. И очень много вопросов, которые мы получили вчера во время лекции во втором медицинском университете города Москвы и вопросы, которые мы получили во время лекции в Воронеже, и те вопросы, которые приходят сейчас в интернете. И это здорово. Это значит, что тот день, который нас сегодня всех объединяет, это на самом деле Всемирный день распространения информации об аутизме, и это 2 апреля. И мы сегодня, видите, постарались все надеть что-то синее. И мы надеемся, что многие здания сегодня во всем мире будут подсвечены синим, потому что мир должен знать больше сегодня об этой проблеме, о людях, о детях, у которых есть аутизм, об их родных, о том, что мы можем сделать для них. И я как-то начал длинное вступление. На самом деле забыл сказать, что меня зовут Святослав Довбня, я детский невролог. Я эксперт фонда «Обнаженные сердца», и я занимаюсь детьми и молодыми людьми, и взрослыми с расстройствами аутистического спектра и с другими нарушениями в развитии уже много лет, вот уже больше 20 лет. И мы, в общем, это делаем вместе с Таней. Таня, скажи пару слов про себя. Добрый день, я Татьяна Морозова, я клинический психолог. Татьяна Морозова, я клинический психолог. Я очень рада, что я работаю с семьями, у которых есть дети с особенностями, с аутизмом чаще всего. И мне кажется, что это самая замечательная работа, которая вообще на свете есть. И я очень рада сегодня с вами быть. И мы очень рады представить нашего коллегу, Брайана. Пожалуйста, Брайан, расскажи немножечко о себе. So my name is Brian King. I'm delighted to be here. It's an honor to be able to join the Russian Heart Foundation and doctors Morozova and Dobnya. Меня зовут Брайан Кинг. Я очень рад быть здесь. Для меня огромная честь быть вместе с фондом «Обнаженные сердца» и докторами Морозова и Dobny. Here in Russia on World Autism Awareness Day. Здесь, в России, во Всемирный день распространения информации об аутизме. This is the time that we literally shine a bright light on our most famous landmarks in the world. Это тот самый день, когда мы действительно зажигаем голубые огни и подсвечиваем самые важные объекты в мире. And that helps us all to take a moment and focus on autism and what we can and should do for people affected by autism. Это помогает нам остановиться, подумать, что мы можем сделать для людей, у которых есть аутизм. Looking forward to lots of questions today. И мы ждем большого количества вопросов сегодня. Спасибо, Брайан. Thank you very much, Brian. Ну что, мы начнем работать. Well, we are starting to work. У нас сегодня вот такой все-таки уже не первый вебинар, уже так много всего сказано. И мы перед тем, как вот начать этот вебинар, мы долго обсуждали, что, собственно, нам нужно говорить во время вступления, что не нужно. И мы как-то для себя решили, что, наверное, рассказывать про то, что такое аутизм, мы не будем. Мы будем основываться скорее на ваших вопросах, нежели на какой-то вот нашей лекционной части. Поэтому, собственно, давайте вот к ним сразу так и перейдем. И вот интересный вопрос мы получили, мне он очень нравится. И, наверное, прям так вот к Брайану, потому что в моей практике врачебной и учебной такого не было. Но есть ли такие программы, которые рассказывают об аутизме для студентов медицинских вузов? Потому что когда я был студентом во время Советского Союза, конечно, мне ни слова не говорили про аутизм, кроме того, что есть вот Каннер и вообще исторические какие-то такие вещи, но было очень мало информации. There are more and more programs that deal with autism for students at
Существует масса программ, которые посвящены людям с аутизмом, для студентов на самых разных уровнях. I think because of the growing recognition of autism, it would be hard to imagine that the students would not demand. Поскольку знания об аутизме растут, вообще уже теперь даже невозможно себе представить, что студент может не знать об этом. And the growing number of clinical programs that exist. И растет число клинических программ, которые существуют. Has also created great opportunities for learning for students. Это также дает возможность студентам учиться. Спасибо. Я думаю, что нам тоже нужно бы, в общем, в наших медицинских вузах сделать, делать больше и больше программ для студентов, чтобы они, выходя в какую-то жизнь, уже такую вот осознанную врачебную, имели хотя бы базовые представления о том, что такое расстройство аутистического спектра. Понятно, что вопросы диагностики аутизма, они сложные, там, программы помощи, они требуют дополнительного постдипломного образования. Но какие-то базовые знания было бы здорово, если бы уже были. Ну что, кто у нас выбирает следующий вопрос? Вопрос мы со Славой пойдем, ты переводишь, да? Сначала с конца, чтобы все вопросы, которые есть, которые уже присланы, попробовать осветить. Ну вот, один из недавно пришедших вопросов. Вы рассказывали, видимо, вчера на лекции об увеличении вероятности развития аутизма с увеличением возраста матери. Есть ли какие-то данные о вероятности аутизма у молодых мам, которым, например, 18 лет? Yes. So there there is evidence that we shared yesterday that the older the age of the parent, the higher the risk. Есть данные, которые показаны в исследованиях, о которых мы говорили вчера, что чем выше возраст родителей, тем выше риск рождения ребенка с аутизмом. But it's important to know that that increase in risk is just a percentage increase. Но важно помнить о том, что вот это увеличение риска — это просто увеличение процентов этого риска. So the risk may go from 1% for younger mothers. И риск может быть такой: 1% у матерей молодого возраста. Up to 1.5 or 2% in older mothers. До 1,5 или 2% у мам, которые гораздо старше. While that is a significant increase from 1 to 2%. С одной стороны, это статистически очень большое увеличение с 1 до 2%. That means that still 98 out of 100 children will not have autism. Но все равно это означает, что 98 из 100 детей все равно аутизма иметь не будет. Thank you very much. И статистика ведь такая хитрая штука, да? Мы видим увеличение цифр, но это нам не дает про конкретную семью, про конкретную маму никакой, на самом деле, информации. То есть это очень рискованно делать какие-то выводы о конкретном человеке просто на основании того, что мы видим возрастание, вот такое возрастание риска. Ну вот вопрос, возможно ли постановка диагноза, связанного с расстройством аутистического спектра, во взрослом возрасте? То есть без проявлений симптомов в детстве. Были ли такие случаи в вашей практике? So it's, it's hard to imagine having absolutely no signs of autism early in life. Трудно себе представить, что абсолютно никаких признаков аутизма раньше в детстве не было. And then for the disorder to appear in adulthood. А потом, чтобы оно вдруг, mm-hmm. это расстройство, появилось во взрослом возрасте. We, it is a developmental disorder. Это все-таки нарушение развития. But we do sometimes make the diagnosis for the first time in adults. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда первый раз человек получает диагноз во взрослом возрасте. Sometimes
as children, if the demands are not, if the social demands are not very great, or Иногда для детей, особенно когда не так сильны социальные требования, или по каким-то другим причинам симптомы не особо мешают человеку жить, бывает, что во взрослом возрасте, когда меньше становится структуры и поддержки, тогда мы видим, что у какого-то человека есть значительные трудности. Как вы знаете, что и для взрослых, и для детей используются те же самые диагностические критерии. То совершенно нормально, что постановка диагноза будет отсрочена, но там не может быть такого, чтобы никаких признаков не было ранее. В этом вопросе два вопроса, мне кажется. Да? Бывает ли так, чтобы человек развивался совершенно обычно, и вдруг в 30 или в 50 лет у него возник аутизм? Это невозможно. Бывает ли так, что человека считали странным, нелюдимым, может быть, не умеющим контролировать какие-то свои импульсы, но при этом, в общем, он не имел какого-то диагноза, а в определенном возрасте, то ли от того, что улучшились знания, то ли потому, что он обратился к специалисту, который знает больше, ему поставили диагноз. Это очень типичная ситуация. Ну, такое бывает, да? И третья ситуация, когда у ребенка были нарушения в развитии, у подростка он был, у него были нарушения, трудности в коммуникации, в чем-то еще, только всегда диагноз был другой. Стояла или умственная отсталость. Но мы видим самые разные диагнозы. И у нас вот с Таней мы видим людей, которым диагноз поставили в 25, в 30 и позже. У них были диагнозы. Только это диагнозы были умственная отсталость, эпилепсия, неизвестно что. Но, в общем, они просто потому, что знания об аутизме были другими. Есть еще четвертое состояние. Четвертый вариант, да. Where the diagnosis is very clear, когда диагноз абсолютно понятен, причем с самого детства. And then as a child ages, the symptoms become lower and lower. А потом со временем симптоматика несколько снижается и снижается. And maybe in adulthood, the symptoms have become so slight that а во взрослом возрасте они настолько и уже малозаметны, что как будто у человека его и нет, этого аутизма. О чем мы сейчас говорим, на самом деле, о том, что очень тяжело предсказать будущее. Развитие может пойти по разным траекториям. Спасибо. Но мне кажется, это вообще очень такая, как, что мы можем сделать для того, чтобы будущее стало более позитивным, и чтобы человек мог и работать, и любить в нормальном, как бы, семейном окружении, и быть включенным в образовательные активности. У меня вот вопрос, Брайан, это мой личный вопрос. Вот вы считаете, в США сейчас для человека взрослого лучше считаться странным или лучше знать, что у него есть? Что мы видим, когда взрослые приходят первый раз для получения диагноза? Для многих из них было очень важно понять, почему у них возникают такие трудности. Может
Важно знать, почему некоторые вещи для них сложнее, чем для других. Многие люди не могут понять, почему их вдруг ни с того ни с сего увольняют с работы. Почему другие люди на работе, похоже, не недолюбливают их. И очень полезно начинать понимать, что вот эти результаты поведения их не потому, что они люди плохие, а потому что у них есть это состояние. И в большинстве случаев они как раз рады постановке этого диагноза. У меня вопрос продолжения. Есть такой вопрос в том, что мы получили, и мы вчера очень много об этом говорили с Брайаном. Мы знаем, что часто наши подростки, молодые люди с аутизмом, они не знают, что у них есть аутизм, они знают, что они какие-то необычные. И, собственно, вопрос в том, с какого возраста вы говорите детям о том, что у них аутизм, стоит ли говорить ребенку, что он не просто отличается от других, а все-таки у него аутизм, и как вы это делаете? Потому что у нас пока с этим есть много вопросов. Я думаю, что каждый человек абсолютно уникален. So it's very hard to say that at a particular age that's the time to. И поэтому сложно сказать, что вот время настало и надо сказать ребенку. For many children, just like the example with the adults. Для многих детей это такой же пример, как и со взрослыми. It can be very helpful to begin to understand that they are not bad. Тоже полезно начинать понимать, что они неплохие. But that they have unique difficulties. А у них есть уникальные сложности в понимании. Understanding what other people are thinking or feeling. В понимании того, что думают или чувствуют другие люди. And how to communicate and И как коммуницировать с этими людьми, и как, что с ними делать с другими вот в этой вот области социальной коммуникации, в этом мире особом. Некоторые родители, они обсуждают это с учителями, которые учат ребенка. А также некоторые дети с аутизмом, они даже делают такую специальную презентацию для своих одноклассников, что такое аутизм. Я похоже, будет много вопросов по поводу инклюзии, понимания аутизма. It's almost always the case that the better we understand something. Но это всегда так работает. Чем лучше мы что-то понимаем, the less opportunity there is to be afraid of it. То меньше вероятность того, что мы начинаем этого бояться. Thank you very much. Вот вопрос. Ребенку 15 лет. Не говорит, посещает, ну, видимо, ну, написано интернет, но, видимо, школу для умственно отсталых детей. Там нет программы ABA. Не поздно ли в этом возрасте начать ее заниматься ABA или PECS? У вас, похоже, лучше понимание местных ресурсов. Но мы не должны быть в состоянии, когда мы должны выбирать либо это, либо другое из программ помощи. Мы выбираем из того, что нам кажется наиболее полезным для данного человека.
И, возможно, после работы какой-то с этим человеком у нас мнение-то будет меняться. И мы будем менять программу помощи, если будет какая-то более подходящая. Ответ на вопрос, поздно ли, ответ такой, никогда не поздно. Потому что если мы думаем о социальной коммуникации как о языке, это очень похоже на то, как мы осваиваем устную речь. Понятно, что мне гораздо проще было бы русскому языку учиться, когда я был двухлеткой. Но и у тебя были бы... And you'd have у тебя были бы специальные механизмы в голове, которые помогали бы. Я все равно могу до сих пор и сейчас русский начать учить. Несмотря на то, что я реально старый. Это будет сложнее, но все равно это возможно. И это также справедливо по отношению к социальной коммуникации. Мы можем использовать те же самые техники в разном возрасте. Мне кажется, что здесь такой момент, когда мы... Это очень большой вопрос. I think that's a huge question. Вопрос, который связан с пониманием того, что такое поведенческие науки, для кого мы их используем, какие компоненты нужны в программе. И я на самом деле думаю, что нам нужно каким-то образом дать более широкую картинку. Вот на этот вопрос, может быть, ответить каждый из нас, может быть, дополняя друг другу. Мне кажется, что вот это волшебное слово ABA, ABBA, некоторые говорят, ABBA-тераписты, оно у нас обозначает обычно проведение дискретных проб, связанных с каким-то использованием пищевого подкрепления. Но это не только это. Это огромная область поведенческого анализа, который окружает нас повсюду в жизни. Мы получаем зарплату, когда мы приходим на работу. Мы радуемся, когда нас хвалят. Наше поведение меняется в зависимости от того, как окружающие люди реагируют на него. И что они нам говорят, как они с нами играют, работают, благодарят, угощают нас. И если мы говорим, вот здесь использован термин ABA, видимо, имеется в виду какая-то небольшая программа занятий по развитию конкретного навыка. И это, конечно, должно очень сильно отличаться в зависимости от возраста. Мы ни в коем случае не должны человека, которому вот в данном вопросе 15 лет, посадить за стол и с помощью каких-то тренировок учить складывать пирамидку. Это будет нефункциональный, ненужный навык. Мы, наверное, должны подумать, как мы используем поведенческие методы для того, чтобы улучшить его функционирование, улучшить его социальное взаимодействие, его понимание. И это вот первая часть вопроса, нужно ли использовать ABA и в каком возрасте использовать. Его надо использовать всегда, если мы под словом ABA подразумеваем вообще поведенческие науки. Я понимаю, что у меня получается какое-то длинное... Да, давай, Таня. Мне кажется, что выбор любого метода, он должен связан быть с оценкой потребностей. И если у человека есть потребности в том, чтобы как-то сообщать о том, чего он хочет, что ему нравится, что ему не нравится, это невероятно важно. И надо сказать, что многие способы дополнительной коммуникации, они тоже имеют под собой поведенческую идеологию. Я не хотела бы говорить только о PECS, как об отдельной программе, которая... Она абсолютно прекрасна, она помогает в развитии коммуникации языка, но это далеко не единственная программа, которая используется для людей, которые пока, временно или достаточно долго не пользуются речью. Поэтому мне хотелось бы
предложить сначала оценить потребность человека, что ему сейчас нужно было бы сказать другим, что он не может сказать другим, как это отражается на его функционировании, как это отражается на поведении человека. Потому что вообще работа с коммуникацией, она позволяет достичь очень хороших результатов, и по исследованиям мы знаем, что огромный процент самоповреждающего поведения можно преодолеть, используя дополнительную коммуникацию. То есть для меня тоже нет вопроса поведенческой науки или какая-то дополнительная коммуникация, а вот теперь вопрос какая, потому что ПЕКС, он важен, но есть и другие вещи, кто-то не дорос до ПЕКСа, кто-то перерос ПЕКС, и об этом надо серьезно подумать. Да, и, собственно, мы ко всему этому будем еще много-много раз возвращаться. Я бы вообще, мне кажется, это очень вот такая важная вещь. Мы ведь говорим, Тань, с тобой каждый день с родителями и на наших супервизиях с профессионалами, и во время наших семинаров с профессионалами. По сути, всегда повторяю вот какие-то элементы программы, которые мы считаем очень важными. Для меня как-то важно было бы их, наверное, повторить. Все-таки для... Если мы думаем о ребенке или взрослом с выраженными проявлениями расстройств аутистического спектра, мы думаем о том, что первым делом нам нужно создать какое-то структурированное, предсказуемое окружение для него. Мы должны подумать о том, как он знает, что будет следующим. Используем ли мы расписание на конкретную активность, используем ли мы расписание в течение дня, чтобы он знал. Следующая вещь, которую мы всегда будем обсуждать с семьей и со специалистами, и с самим человеком, это каким образом мы даем информацию. Мы знаем, что для многих людей с расстройством аутистического спектра легче воспринимать зрительную, нежели слуховую информацию. Мы думаем о том, какие зрительные способы представления информации и как мы организуем его окружение зрительным образом тоже. Следующий обязательный элемент того, что мы хотим, чтобы было в любой программе, это то, как мы понимаем причины поведения. Мы думаем, что лежит в основе этого поведения. Что не бывает поведения просто от аутизма. И это все или коммуникативные сигналы, или попытки от чего-то отказаться, или попытки получить какие-то сенсорные ощущения. И мы можем их в большинстве случаев заменить более социально приемлемыми способами. А дальше, собственно, это, ну, все должно, наверное, быть как-то вместе, потому что это должна быть междисциплинарная команда. Это весь огромный пласт коммуникации, о котором Таня уже замечательно говорила. А потом вот такая маленькая штучка от нас, докторов. Когда мы даем лекарства для различных, в общем, как бы симптомов, и мы об этом будем говорить много там вопросов. Несколько вопросов, они похожи, один через другой пришли. Есть ли в мире панели для генетического тестирования? Какие гены туда включены? Существуют ли генетические панели для родителей, для планирования семьи, расчет вероятности, какова вероятность рождения второго ребенка с аутизмом? Если в семье уже есть один ребенок с расстройством аутистического спектра. А еще вопрос, существует ли генетическое обследование для предотвращения рождения детей с аутизмом? Итак. Я перевожу. Okay. Существует ряд. Мы просто тут решали, кто переводит. There are a number of genes that have been identified in autism. Уже определено некоторое количество генов, которые как-то связаны с аутизмом. But none of those genes
Но нет ни одного из этих генов, которые всегда приводят к возникновению аутизма. Но есть некоторые состояния, как, например, синдром X фрагильный или X ломкой хромосомы. И туберозный склероз, where as many as 50% of people with those genetic problems, когда не менее 50% людей с этими генетическими проблемами, у них таки будет аутизм. But for the most part, the genes that are associated with autism. Но в большем количестве ситуаций эти гены, которые ассоциированы с аутизмом, just increase the risk they do not cause the disorder. Они лишь увеличивают риск, они являются причиной аутизма. So we cannot do genetic testing of not yet or cannot. We can do testing, but we cannot use the results of testing to say yes or no, this мы, конечно, можем делать генетические обследования, но не можем использовать результаты этих обследований для того, чтобы однозначно сказать да или нет, будет ли там аутизм. The way we're using genetic testing in the United States, то, как мы в Соединенных Штатах используем генетическое тестирование, is that when we make the diagnosis of autism, когда мы ставим диагноз аутизм, we may ask, could there be any genes that are important for us to understand. Мы задаем себе вопрос, есть ли какие-то гены, которые для нас важно понять? And so we may do testing for those genes. И тогда мы тестируем на эти гены. And the hope is that in the future. И, собственно, надежда такая, что когда-то в будущем, knowing if there are specific genetic problems, will inform our treatment. Может быть, некоторые специфические генетические проблемы могут как-то повлиять на нашу программу помощи. What we know from studies now about the recurrence risk or the chance of having a second child. Что мы знаем на сегодняшний день о риске того, что у второго ребенка тоже будет аутизм? Is that it appears to be about 20%. Он примерно составляет процентов 20. And again, there there may be within the same family some genes that can be identified. И может быть в этой семье есть какие-то гены, которые можно определить, которые, возможно, несут некий риск. What we recommend is that families consult with a genetic. И мы рекомендуем тогда, чтобы семья обратилась к генетику. To talk about what the risks might be in their situation. Чтобы поговорить о том, каковы конкретные риски в их ситуации. Я хотела бы продолжить. Я знаю, что пытаются каким-то образом сделать так, чтобы второй ребенок не имел аутизма, использовать специальные диеты. Насколько есть хоть какие-то основания за этим? Или пытаются лечить маму от чего-то? Есть ли для этого хоть какие-то научные основания? Нет, нет никаких. Вот мне кажется, что мы тут I think два врача, we are two doctors here. Клинический психолог, clinical psychologist. И мне кажется, что мы должны вот как-то еще раз сказать, на сегодняшний день диагноз аутизм – это чисто поведенческий диагноз. У нас нет ни одного анализа, ни одного обследования, ни МРТ, ни энцефалограмма, никакие другие обследования, которые бы могли бы подтвердить или отклонить наличие диагноза. Единственное, что делается для постановки диагноза аутизм, это наблюдение, интервью родителей, психологические тесты, оценка развития, расспрос о ключевых дефицитах. И единственная машина, которую мы можем использовать, вот, это, собственно, вот она в голове у клинициста, который должен, используя свой предыдущий опыт и современные знания, отнести ребенка или взрослого к этой клинической категории. Так на сегодняшний день устроена диагностика аутизма. Правильно? Yes. Да.
И поэтому, собственно, ни до рождения мы не можем такой тест сделать, ни после рождения, ни у родителей, ни у бабушек, дедушек, ни у самого человека. Ну, просто мы можем, единственное, что сделать, это наблюдать за поведением. Другое дело, что мы на сегодняшний день научились раньше видеть симптомы, чем это было 5, 10, 15, тем более там, 30 лет назад. В каком возрасте, вот, Брайан, вы все-таки опытный человек, опытный клиницист, вы можете достаточно уверенно говорить о наличии расстройства аутистического спектра? В первые два года жизни у ребенка может быть настолько много изменений всяких, это даже в тех клиниках, которые смотрят на наличие этого диагноза в один, в два года, то некоторые дети, которые, похоже, у них есть отставание в развитии, какие-то аутистические черты в два года, возможно, в три года этих симптомов уже и не будет. Я думаю, что мы можем говорить о возможности того, что там аутизм месяцев 18 или в два года. Но обычно вот такой точный, определенный диагноз обычно ставят все-таки в 2-3, иногда даже в 4 года. Мы должны, конечно, рассматривать вероятность, что такой диагноз есть, чтобы начать программу помощи. Но очень важно помнить о том, что дети в этом возрасте, они еще очень быстро меняются. Спасибо большое. Еще один вопрос. Какие методы коррекционной терапии, не совсем корректно сказать, ты переводишь? Кроме ABA сейчас наиболее результативные. Что вы можете сказать о результатах терапии с животными? Ты об этом уже говорил раньше. Что сначала важно посмотреть, в чем потребность человека, и потом уже подбирать какие-то для этого программы. Нет такого единого поведенческого вмешательства, которое всегда будет срабатывать при аутизме. Потому что масса есть подходов к работе с детьми и со взрослыми. So pet therapy, for example, что касается терапии с использованием животных, can be a very nice way to connect with a young person with autism. Может быть прекрасным способом найти подход к маленькому ребенку с аутизмом. There actually has been a study of equine therapy, horse therapy in autism. Ну, например, были исследования даже по поводу пользы занятия с лошадьми. Прям вот серьезные клинические исследования. Looking at whether giving people an opportunity to work with horses resulted in better behavior than people who did not have. Прямо исследовалось, если человек работает с лошадью, влияет ли это как-то на его поведение, улучшает ли, в отличие от тех людей, которые не встречаются с лошадьми. Ну и что, в общем, было получено, для некоторых людей это может быть очень полезным. И мысль за этим такая: если пытаетесь вы улучшить способность человека вступать в коммуникацию,
people or animals are thinking or doing. И думать о том, что чувствуют или делают другие люди или животные, it might be very helpful to put это может быть очень даже так это полезно, чтобы вы были животным. И тогда вам надо догадаться, а что сделать так, чтобы ваша лошадь повернула направо или налево. Как сделать то, чтобы лошадь сделала то, что ты от нее хочешь. Понятно, что это не излечение от аутизма, но это может быть полезным. И то же самое можем говорить об искусстве, о музыке или других стратегиях для того, чтобы человека другим как-то соединить, чтобы можно было помочь в коммуникации. Я уверен, что есть другие стратегии, которые вы здесь используете. Мне кажется, что вообще здорово, когда cool. в жизни really есть радости, есть дельфины, лошади и собаки. И это просто классно. И мне кажется, что если они используются человеком, который понимает основные принципы коммуникации, поведенческих наук, если это делается с очевидной, понятной целью, ну, почему нет? Мне кажется, что здесь еще есть такая штука, которую мы все время тыкаемся, это лингвистическая такая маленькая ловушка. Потому что вот это слово «treatment», оно переводится на русский язык и как лечение, и как программа помощи. И когда говорят о в англоязычной публикации о занятиях с собакой, получается, что это лечение собаками. И человек, который переводит, он переводит вот это ошибочно. А потом возникает вдруг такая волна слухов о том, что появилось волшебное лечение дельфинами, собаками, еще чем-то. Я предполагаю, потому что мне кажется, что вот все-таки это некоторая дополнительная какая-то вещь, которая помогает мотивировать взрослого ли человека или ребенка и помогает получить новые ощущения, нежели, как я полностью с Брайаном согласен, изолированная программа вот дал доступ к какому-то виду животных и, собственно, справился с ключевыми дефицитами аутизма. А такой большой вопрос. Можно ли связать технический прогресс с увеличением количества появления аутизма? Вопрос такой, что вы имеете в виду, что вы имеете в виду, что то, что слишком много видео смотрит, это что ли аутизм вызывает? You could fantasize, Slava said. Мы можем пофантазировать. На самом деле вопрос большой, технический прогресс огромен. Сейчас больше всего говорят про гаджеты, мобильники, всякие вот разные планшеты, и коммуникативные устройства. Люди боятся, что уменьшение прямого контакта человека с человеком приводит к тому, что мы становимся все людьми с аутизмом. Это одна часть прогресса. Другая часть прогресса – мы живем на планете, которая сильно меняется. И, может быть, вопрос про это, про то, что загрязнение окружающей среды, потому что мы едим еду и продукты, которые содержат разные, я не знаю. Можешь ли ты, Брайан, попробовать ответить на разные аспекты? Итак. Much interest in identifying environmental factors that might be contributing to an increase. Есть огромное количество интереса к тем, чтобы найти какие-то факторы окружающей среды, которые, возможно, вносят свой вклад в развитие аутизма. And people have raised questions about. И люди поднимают вопросы, что по поводу индустриализации, загрязнения, стресса, стресс, который используем мы в жизни.
то, что мы едим с вами, вот эти искусственные добавки в еде. То есть вот в итоге огромный список того, что меняется в нашем окружении, но пока непонятно, что что-то единое в основном отвечает за то, что аутизм становится больше. Есть некоторые вещи, мы говорили об этом на этой неделе, которые несколько увеличивают риск. Осложнения во время родов, инфекции во время родов, мама, которая принимает определенные виды медикаментов во время беременности, what kind of medicine? Можешь ли ты перечислить, какие медикаменты? Но это небольшой список-то, который мы пока обнаружили. Одно это валпрате, противосудорожные препараты. Похоже, немножко увеличивает риск аутизма. Если мама их принимает. Да, я сказала. Но не всегда, не всегда приводит к этому аутизму. Есть также некоторые медикаменты, которые иногда мамы во время беременности принимают, чтобы справиться с астмой. Как это называется у нас по-русски? Сейчас пытаемся понять. Итак, точка зрения такая. Вот есть некоторые очень ограниченное количество медикаментов, которые, похоже, несколько увеличивают риск. Продолжаются вопросы по поводу антидепрессантов. Но там пока в исследованиях много разных точек зрения. Вот мне подсказывают трибуталин, то, что мы со Славой. По поводу антидепрессантов сейчас проводятся 4 больших исследования. И в большинстве-то из них нет какого-то замеченного эффекта никакого. То есть точка зрения такая, есть масса интереса исследовательского к этим вот причинам, связанным с окружением. И многие ученые пытаются найти чего-то из этих потенциальных рисков. И вот только что пришел еще один вопрос. Был и до этого, и повторился. Есть ли данные о том, что у мам, которые использовали экстракорпоральное оплодотворение, чаще встречаются? Есть небольшое такое предположение, что это несколько увеличивает риск. Но при этом сложно разделить, потому что чаще всего это как раз родители более старшего возраста. То есть вот чаще всего люди, которые прибегают к помощи экстракорпорального оплодотворения, они несколько старше по возрасту. То есть не очень там понятно все. Но может быть небольшое это все-таки увеличение есть. Да, спасибо. Вопросов, я не понимаю, с какого конца. Да, 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 такое количество. Да, 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 да. И очень много вопросов почему-то вот в этот раз про как выявить возраст мамы, возраст родителей.
Но мы уже об этом вроде говорили. Мы говорили об этом на лекции, мы не называли. Ага. We were probably discussing that in the presentation, so could you please talk about what do you mean? Again, so we could say that the background risk is 1%. Опять мы говорим, что в общей популяции риск примерно 1%. That means regardless of your age. Что означает, что вне зависимости от вашего возраста, regardless of your environmental exposure, вне зависимости от того, подвергаетесь ли вы каким-то влияниям со стороны окружающей среды, and even regardless of your genetic background, и даже вне зависимости от того, что у вас с генетикой там, that the overall risk would start at 1%. То этот общий риск появления ребенка с аутизмом, он где-то начинается с 1%. And then you would add on, а потом вы начинаете добавлять проценты. So if, if you knew that there were genes in your family that had, то есть если вы знаете, что в вашей семейной истории есть какие-то гены, которые, возможно, привели к тому, что есть уже кто-то с аутизмом, если у вас уже есть ребенок с аутизмом, то это может увеличить вероятность с 1 до 20%. Если мы думаем только о возрасте родителей, то, соответственно, вероятность повышается с 1 до 2%. So, again, the answer to the question is that there's no situation where the risk is zero. То есть ответ на этот вопрос такой: никогда нет ни у кого ситуации, когда риск есть ноль. Also is no situation where the risk is 100%. Но при этом нет такой ситуации, когда риск составляет 100%. Спасибо большое. Вопрос вот про, я забегаю, может быть, в какое соотношение мальчиков и девочек меняется ли понимание этого с годами? Похоже, штука такая. Похоже, оно все очень стабильно во времени. Самых ранних описаний аутизма. Соотношение было примерно 4 мальчика на одну девочку. И похоже, это справедливо и на сегодняшний день. Вопрос. У разных детей с расстройствами аутистического спектра есть разные стереотипии, взмахи руками и так далее. Какие, каковы нейропсихологические, мозговые основы этих стереотипий? И там есть еще пара вопросов, которые спрашивают о том, а как справиться лучше с вот этим повторяющимся поведением и двигательными стереотипиями. Очень сложный вопрос. Короткий ответ такой. Мы однозначно не знаем, что вызывает эти стереотипичные движения. And the problem in treating stereotypic movements. И поэтому программа помощи, как справиться с этими движениями, is that because it is so complex, поскольку там все достаточно сложно, the treatments may need to be very different. То и программы помощи будут сильно отличаться. So, Slava was talking about behavioral intervention and behavioral analysis. Слава говорил о поведенческих вмешательствах, о поведенческом анализе. And reinforcement of behavior. И о том, как подкрепляется каждый из видов поведения. For some people with autism, для некоторых людей с аутизмом stereotypic movements, вот эти повторяющиеся движения may serve very different functions. Могут относиться к самым разным функциям. Some people may, need to do stereotype movements because they're nervous. Некоторые вот этим занимаются, потому что они волнуются. The rocking or the раскачиваются или что-то делают, трясут руками.
Для них это может иметь какой-то некоторый эффект успокоения. So for them, the treatment of the movement would actually be treatment of the anxiety. И для них, возможно, помощь, как убрать эти движения, будет попыткой справиться с тревогой. So you would look for ways to reduce their anxiety, and то есть вы будете думать, как снизить эту тревогу. That they wouldn't need to. И тогда не надо будет что-то делать руками или телом. Other people, для других людей они это делают. Because they very much like something about просто the way потому, что им нравятся те ощущения, которые дают эти движения. It's very hard to take something away from someone that they like very much. И тогда очень сложно что-то у человека забрать, то, что ему реально очень нравится по ощущениям. But you would try to find out other ways of satisfying that. Но тогда мы будем искать другие пути, как получать тоже удовольствие, но более другим образом. And then there are some movements that некоторые движения, которые приводят к повреждениям, реально самоповреждающее поведение. Sometimes stereotyped movements actually cause injury. Потому что иногда повторяющиеся движения, они приводят к каким-то травмам. And the approach there may be to train, to teach people to do behaviors that don't accommodate the stereotypy. Мы иногда учим людей замещающему поведению, которые не, ну, несколько другой по виду, чем те стереотипы. So так называемому соперничающему поведению. Иногда используются медикаменты. Но нет такого препарата, который направлен ровно, чтобы избавиться от стереотипий. Но иногда медикаменты помогают с вот этими лежащими в основе причинами. And also I will talk about communication, because sometimes... Я поговорю немножко о коммуникации, потому что иногда и у людей постарше, и у маленьких детей повторяющееся поведение является попыткой привлечения внимания или попыткой отказаться от чего-то. Ну, например, давайте поговорим о том, что ребенок бьет себя по голове. Это может быть попыткой привлечения внимания. Если я не могу никак обратиться к человеку, я начинаю бить себя по голове, ко мне сразу же подбегают. И в этом случае человеку нужно научиться, человек надо научить обращать на себя внимание другим образом. Это будет одно поведенческое вмешательство. Противоположная ситуация. Я не хочу есть мою кашу, или я не хочу во время занятий заниматься этими кубиками, чашечками, писать что-то такое. В общем, надоела мне ваша эта учеба, и я начинаю бить себя по голове. Мне говорят: ой, Танечка, ты устала, ты иди уже отдохни. Соответственно, в следующий раз, когда мне надоедают ваши занятия, я сделаю это так, да побыстрее, и мне скажут: Танечка, иди отдохни. Соответственно, в этом случае хорошо бы меня научить сказать: мне нужен перерыв. И в зависимости от того, что стоит за моими повторяющимися движениями, у нас будет совершенно разный ход того, как мне будут помогать. И для этого очень важно проведение профессиональной оценки. Это тревога, это желание получить ощущение, это попытка привлечения внимания, это может быть попытка отказа от задачи, ну и может быть мы Брайана тоже допросим на эту тему. Иногда за некоторыми повторяющимися движениями может стоять какая-то физическая боль, которую человек просто не в состоянии высказать. Потому что если, допустим, у меня болит голова, я могу начинать качаться, и мне кажется, это меня успокаивает. Либо принимать какие-то положения специфические. И это тоже очень важный вопрос. Мне не всегда нравится, когда говорят аутизм, это дело только психологов, педагогов. Люди с аутизмом, у них тоже есть организм, и организмы могут болеть. Could you a little bit talk about? Это абсолютно правда и очень важно. If you think about
Если вы думаете о повторяющих движениях, как о попытке вступить в коммуникацию? If you're planning on taking away this means of communication, you need to offer up something else in its place. То есть, соответственно, если вы хотите убрать эти движения как способ коммуникации, вам надо на это место поставить что-то другое. And I think it's worth saying that in some cases. То есть в некоторых случаях это нормально. To just let it be. Ну и пускай, в общем, это будет. Repetitive movements are not necessarily. Потому что повторяющиеся движения не всегда сами по себе просто очень плохи-то. Если мы посмотрим вообще на обычных людей, которых мы видим каждый день, мы увидим массу. Я тут почесываюсь, я тут ногой постукиваю, я вот кольца снимаю. Always doing something with rings. Yes, so it's not bad. В этом ничего плохого-то нету. Just because it's repetitive. Просто потому что они повторяющиеся. Yes. Mm-hmm. Okay. Вот про стереотипные движения есть конкретные примеры. И спрашивают вот мама про свою дочь 9 лет, которая практически такое же самоповреждающее поведение использует, как Таня описывала. И мы, похоже, уже на этот вопрос ответили. Есть похожие вопросы, но с вопросами про конкретные, скажем, препараты. Вот Риспалепт спрашивают. Используете ли Риспалепт? Какая его эффективность? Используете ли вы при повторяющихся поведении? Mm-hmm. So, Risperdal is one of the more commonly used medications for behaviors. Является одним из наиболее используемых видов медикаментов для подобного рода поведения. There are a number of studies that have demonstrated. Есть ряд исследований, которые показывают, что он может быть полезен. It's very important to remember that risperidone is not treating autism. Но при этом очень важно помнить, что Риспалепт сам по себе аутизм-то не излечивает. And the reasons that we might use it are because и по какой причине мы его используем? Very significant behaviors. Только если есть очень тяжелое поведение. Like self-injury. Как самоповреждающее поведение. The other aggressive behaviors. Другие проявления серьезной агрессии. Like all medication, there are side effects. Как и любой медикамент, у каждого из них есть какие-то побочные эффекты. So we need to be balancing the risk of the medicine. Соответственно, надо всегда балансировать, какой риск может принести поведение, которого пытаемся избавиться, и этот побочный эффект. We also have learned that often can be just a little dose of medicine. Мы также знаем, что иногда достаточно очень низкой дозы. We don't always have to use a big dose of medicine. То есть нам обычно не надо высоких доз, чтобы это начало срабатывать. Again, the answer is that risperidone is a well-studied and. То есть ответ такой еще раз. Хорошо изученный это препарат, часто достаточно эффективный. But it needs to be used carefully. Но надо его использовать с осторожностью. And it needs to be monitored closely. И надо очень тесно отслеживать результаты. There is a question about the links between autism and vaccines. Question about vaccination and autism. Вопрос по поводу вакцинации и аутизма. Не в ту сторону перевел, mm-hmm. Извините. Брайан уже, наверное, устал отвечать на этот вопрос. Я тоже немножко устал. Можно я начну, Брайан? Все-таки никакой связи между прививками и аутизмом мы на сегодняшний день не видим. Все исследования, которые проводятся, это подтверждают. Мне очень понравилось вот в этот раз Брайана, я украл такую фразу, которая мне очень понравилась, что это самая исследованная область,
об аутизме. Это связь по аутизму и прививок. Ничего другого не исследовано так хорошо на сегодняшний день. И ответ из всех исследований, которые проводились, связи нет. Ну, вот какие-то конкретные, может быть, расшифровку вот этого нет, Брайан, если, наверное, нужно сделать, да. Новость хорошая на самом деле. Хорошая новость то, что мы можем с полной уверенностью сказать, с уверенностью, которая основывается на десятках исследований, что вакцины не приводят к появлению аутизма. Количество детей в популяции, которые получают вакцинацию, и количество детей, которые не получают прививки, частота встречаемости в той и другой популяции аутизма абсолютно одинакова. А вакцины не приводят к тому, что меняется тип аутизма. Они не влияют на проявление первых симптомов аутизма. Даже в одной и той же семье вероятность того, что есть аутизм, не зависит по времени, проводились вакцинации по времени или нет. То есть хорошая новость. Мы смотрели самыми разными стратегиями, чтобы пытаться таки найти эту связь. И никакой связи нету между этим. То есть хорошая новость в том, что вот эту мы отвергли, и теперь можем фокусироваться на других возможностях. Отлично. Большое количество вопросов о разных методах альтернативных. Хилирование, биомедицина. Какие-то специфические, я не буду перечислять фамилии, прям авторов присылают, а что вы думаете о таком методе с использованием, что вы думаете про натропы, что вы думаете про всякое вот другое подобное. Я, наверное, начну так. Там еще, на самом деле, вторая штука, которую я думал спросить в связи с прививками и пропустил. Но, может быть, раз я начал задавать вопрос, тогда сейчас пока начнем мы про альтернативную медицину. Все-таки ответ такой. Мы на сегодняшний день являемся такими фильтрами. Вот Брайан, я, Таня. Наша задача говорить родителям, самим людям с нарушениями, людям, которые финансируют программу, людям, которые управляют программой помощи, вообще сообществу. Мы знаем вот это. Мы много чего не знаем. Наверное, кто-то когда-то найдет что-то, что будет реально излечивать аутизм. Может быть. Мы не можем заглянуть в будущее, но на сегодняшний день мы все-таки, по исследованиям очень серьезным, которые проводятся и повторяются, мы не видим, что какие-то биодобавки, препараты, улучшающие мозговое кровообращение, чистка крови, выведение тяжелых металлов, использование пиявок, использование массажа, иглоукалывание. Ну, я не знаю, вот любые попытки. Тут есть еще вопросы про электростимуляцию, магнитные волны, соляные пещеры,
Rooms, yeah. Мы не знаем никаких исследований. Когда лечат травмы, как это называется? Herbal therapy. Like a natural. По поводу использования трав и... Я тоже забыла это слово ужасно. Ну, неважно, использование трав. Я хотел фразу просто закончить, что вот мы на самом деле не видим исследований, которые были бы организованы подобающим образом. Что значит подобающим образом? Чтобы мы знали, как поставлен диагноз, что именно люди лечат, какие у них контрольные группы, какие они получают результаты, какие они убирают симптомы или... То есть, что они достаточного размера по выборкам. Мы не видим таких исследований ни об одном из этих методов. Я не могу работать с вопросами веры. Да, мы можем верить в разные, и кто-то верит в чудеса, кто-то верит в различные вещи, и это их право. Да? Если это вот такого уровня вопрос, то это просто не ко мне, не как к врачу. Вопрос ко мне как к врачу заключается в том, что я просматриваю литературу, в одну сторону откладываю то, что не является соответствующим стандартам современных практик, основанных на доказательной медицине, в другую – то, что доказало свою эффективность, и говорю, ребята, мы знаем, вот это может помочь, в это надо вкладывать деньги, мы это рекомендуем вам как родителям. С большой вероятностью это изменит будущее функционирование ваших детей. Вот про это мы просто не знаем, в лучшем случае. Про некоторые вещи мы знаем, что они потенциально опасны. Есть препараты и методы лечения, которые могут вызвать судороги, тяжелые аллергии. Мы знаем старые подходы, в частности, холдинг. Это просто потенциально опасно для отношений матери и ребенка, и для самого ребенка. Ну и так далее. Болезненные манипуляции беспричинные. Давайте все-таки не будем их использовать для детей. Извините за такой длинный ответ, но просто много-много вопросов про это, и они все, собственно, про одно, да? И, Брайан, пожалуйста, дополни меня. Спасибо большое за твои комментарии. Важно еще раз сказать, мы не знаем, что является причиной аутизма. Если бы мы знали, мы бы делали все эти медицинские методы вмешательства. Есть разные способы смотреть на вот этот огромный список, который ты упомянул, Слава. Is this a medical intervention that's designed to treat autism? Является ли это медицинскими программами, которые направлены на излечение от аутизма? And as you have said, some of the treatments that you listed. И ты как уже сказал, что некоторые эти виды, которые ты перечислил, have very significant side effects. У них очень значительные побочные эффекты. And no evidence that they are even associated with an impact on autism. И никаких доказательств, что они какое-то имеют отношение к тому, чтобы повлиять на аутизм. There's really no place for doing that except in a research study. И никакого смысла этим заниматься, кроме как в исследовательских целях, конечно, нет. On the other hand, there are many things that you listed that might make anyone feel better. С другой стороны, есть вещи, которые ты, может, перечислил, от которых, может, кому-то и полегчает. If we're thinking about things that might just make people feel better. То есть если кому-то стало легче, and if they don't have side effects or и risk, если от этого нет особого риска или побочных каких-то последствий, then it's fine to think about using them, but ну ничего плохого использовать тогда. But it would be no different than me having a cup of tea because. Но при этом особого отличия не будет, что вот я, допустим, просто чашку чая выпью. Я чай не пью, потому что я думаю, что это меня излечит от каких-то проблем.
Я, может, конечно, лучше даже буду с вами после того, как чай выпил. Maybe some water. Можешь воды выпить пока. Я чувствую себя лучше, когда чайку попью. Ну, и это вот способ с этим как-то что-то делать. У меня просто была такая ситуация. Мы были с родителями и... Извините, нет. Мы были с молодыми людьми и детьми с аутизмом и сотрудниками. Это было на природе. В одном из регионов. Мы все сели за обед. Это к вопросу о диетах. И нам дали вот такую еду, которая была вся, очень много было мучного, сладкого, чего-то еще. А за отдельным столом сидели дети, которым дали огурцы, там какую-то курицу, что-то такое, другие овощи. Я спросила, почему вот, собственно, вот одни дети, и мы едим вот не очень такую полезную еду, а вот они едят такую более полезную. А вот они на безглютеновой и безглютеновой диете. И для меня как-то стало так, наверное, человек, который ест более полезную и здоровую еду, лучше выглядит и лучше функционирует. Наверное, если мы думаем о том, что мы едим, это хорошо. И на самом деле это тоже влияет на функционирование. И когда люди увлекаются этими диетами, возможно, в этом есть вообще улучшение общего качества жизни от этого, и дети начинают функционировать лучше. Но это такое мое субъективное было. Мне просто было очень обидно, что если я не нахожусь на безглютеновой диете, я не могу получить огурцы. Хотя никакой связи с этим нет. Yes. Да. But но. It would be a shame to take away a child's favorite food. Но было бы ужасно у ребенка забрать его любимую еду. Because somebody said it might make autism worse. Потому что кто-то скажет, что от этого его аутизм ухудшается. And you know that's just wrong. Это yep. просто неправильно. So you are against of these diets, or... То есть ты против этих диет или как? Well, again, ну опять же. Diets may help us to feel better. Иногда они помогают нам лучше себя чувствовать. There are some people that are gluten intolerant. Действительно, есть люди, у которых есть непереносимость глютена. So clearly they shouldn't. Ну и тогда им не надо есть-то это. But you can't say, as some people have. Но вы никак не можете сказать, как некоторые говорят. That somehow there's a link between gluten and autism. Что есть какая-то связь между глютеном и аутизмом. Or casein and autism. Или казеином или аутизмом. Yes. Ну, у нас еще очень много вопросов. Как, Таня, ты выберешь? У нас есть много вопросов, которые касаются подростковости, влюбленности, сексуальности для молодых людей с аутизмом. И давайте начнем с такого вопроса. А может ли человек с аутизмом влюбиться? Да, конечно. Я думаю, что мы втроем должны хором ответить. Да. Конечно, да. А можно ли полюбить человека с аутизмом? Да. А может ли человек с аутизмом поддерживать отношения и заводить семью? Да, конечно. Вопрос, который часто люди стесняются задать, мы понимаем, что в нашей культуре не очень принято об этом говорить, это по поводу сексуальных желаний. И давайте начнем с самого простого. Есть ли у человека с аутизмом сексуальные желания, либо они снижены? Есть? Да. Да, конечно. А теперь вопрос, который, видимо, родители задают, а что с мастурбацией? Она культурально, религиозно не очень приемлема. Каково ваше отношение к этому вопросу? Ну вот мы психологу, два доктора и позволили. Мы психологу только.
Ну, вот мне как психологу и представителю человека со здравым смыслом понятно, что мы вообще не можем запретить никакие чувства, в том числе и сексуальные желания. И что бы мы ни думали, мастурбация является нормальной частью жизни каждого человека. Не то чтобы мы много об этом говорим, но мы совершенно точно, никто из нас не делает это при других людях. Это очень приватная тема, о ней не то чтобы говорить-то не принято особо, но и вот, конечно, понятно, где это делается. Когда мы говорим о мастурбации у людей с аутизмом, с какими-то другими особенностями развития, мы не можем ее запретить, но мы должны помочь человеку понять ту границу, где, когда это можно делать. Потому что можно ли мастурбировать? В школе – нет. В автобусе – нет. В кинотеатре – нет. На улице – нет. А можно ли? Конечно, да. Но для этого есть свое место и свое время. И, в общем, обычные дети тоже знают это. И нам надо найти способы, каким образом помочь человеку, в основном с ментальными нарушениями, понять, когда этому время и место. И очень хотелось бы, чтобы мы, наши коллеги, уделяли этому больше значения, не закрывали на это глаза, потому что это вопрос, который волнует многих родителей. И нечего там стесняться, и ничего плохого в этом нет. И есть масса описанных технологий эффективных, которые помогают не убрать сексуальность, а ввести ее, так скажем, в социально приемлемое русло. И не надо пугаться, не надо краснеть, не надо волосы на себе рвать, потому что некоторые люди с аутизмом в том числе используют такого рода поведение, чтобы на людях привлекать наше внимание, чтобы отказываться от выполнения задач. Сексуальность и место – это сексуальность и место в приватном пространстве. Очень хорошо осветили. Я думаю, что what you're also saying is that то, что ты говоришь, это this isn't an issue that's specific to autism. Это не только же ведь про аутизм. But is important and true for people with a variety of это важная тема для многих людей с различными нарушениями развития. And I've certainly met many parents who have been very successful in doing exactly what you described. И я знаю многих родителей, которые очень успешно справились с вот такого рода проблемами тем способом, который ты описываешь. Mm-hmm. Where they work on shaping the behavior. Они формировали поведение таким образом, to ensure that it has a place that чтобы быть уверенным, что есть правильное место и время для того, чтобы mm-hmm. это было. Давайте продолжим эту тему, потому что масса вопросов о том, как пубертат влияет на поведение человека с аутизмом. И такие вопросы задают у нас и родители, и учителя, потому что мы специально как бы обзванивали наших коллег. Кроме того, что приходит нам онлайн. We have special questions from parents whom we and also from the teachers. How autism influenced by the people? So many this is a question that comes up very often. Это часто очень возникающий вопрос. Many parents worry that their child's behavior will become worse. Многие родители волнуются, что поведение ребенка станет хуже. Evidence suggests the opposite. Но доказательства исследования, наоборот, совершенно другое нам показывают. Studies that have looked at behavior across the board in autism показывают, что поведение при аутизме generally show that as young people mature показывают, что когда молодые люди созревают, that it's very common that they develop more self-control. У них, наоборот, чаще всего развивается сам контроль. So puberty is not something that parents should be afraid of. То есть пубертат – это не то, чего родители должны опасаться. There are some behaviors that
that are more likely to be seen. Да, есть виды поведения, которые мы чаще видим по мере того, как ребенок взрослеет. И это же справедливо по отношению к типично развивающимся детям. So children may start to demonstrate a desire to be more independent. То есть ребенок начинает демонстрировать желание быть более независимым. And that can be hard for parents. А это может быть сложно для родителей. But overall, there are no specific behavioral changes that always occur in autism during. Но все-таки нет специфических таких поведенческих ухудшений, которые всегда происходят при аутизме в пубертате. Вот вопрос. Личный вопрос, как пишет, видимо, мама. Как объяснить подростку с аутизмом развод родителей? И нужно ли объяснять? Понятно, что это очень сложная ситуация для родителей. The concern, of course, is that children with autism may have more trouble with change. И опасения, наверное, такие, что у человека с аутизмом больше будет трудностей с принятием изменений. On the other hand, с другой стороны, often true that if children are told about upcoming changes, когда детям говорят о том, что предстоят изменения, that they might able to handle them very well. То они чаще всего лучше с этим могут справиться. I think the discussion about how to communicate what's going on between the parents and why they're Соответственно, это вопрос о том, как рассказывать о том, что происходит между родителями и почему они собираются расстаться. That discussion has to be a very individual. Она должна быть, эта дискуссия, очень индивидуальной. And I think just in terms of the relevance to autism, и относительно, собственно, к аутизму, it may be more helpful in some situations, может быть, в некоторых ситуациях будет более полезно for the discussion to focus on the facts, в основном дискутировать по поводу факта, the logistics, по поводу логистики. How much time the child is going to live here? Сколько времени ребенок будет жить здесь? Сколько будет с другим родителем? Which days of the week? Какие дни недели, когда будет вот эта вот смена, переход из одного дома в другой? Many children may be more interested in the details, and not in the why. Потому что многие дети, они более заинтересованы в деталях, а не в причине этого развода. Ну вот, у меня есть вопрос, который я хотел бы спросить. Давай. Значит, куча. Ох, много-много. Да, на самом деле пришел вопрос, повторяющийся про синдром Аспергера и диеты. И мы просто не говорили об этом. Но мы на сегодняшний день стараемся придерживаться вот последней классификации DSM-5. Понятно, что в России по-прежнему еще используется МКБ-10, но все равно общие подходы, они постепенно движутся в одном направлении. Все-таки мы не отделяем сейчас отдельно синдром Аспергера или синдром Каннера или остальное. Все-таки мы на сегодняшний день рассматриваем это как спектральное расстройство, в котором все дети и взрослые очень разные, находятся в разных частях этого спектра, могут функционировать выше или не так успешно, но в любом случае они внутри этого спектра находятся. Мы называем это все расстройством аутистического спектра, поэтому, когда мы говорили про диеты при аутизме, мы включали и синдром Аспергера туда же. Вопрос, который мне хотелось задать Брайану, это вопрос про российский, на самом деле, контекст. Вот вы, или ты, как человек со стороны,
профессионал, работающий в этой области. Что лично думаешь про то, что в России часто диагноз аутизм в 18 лет меняют на диагноз шизофрения? Вот для человека со стороны, что можно про это сказать? Имеет ли это какие-то основания? Имеет ли это какой-то смысл? Нет, конечно. Если вы думаете об аутизме как о нарушении развития, менять диагноз просто потому, что ты на один день старше, смысла не имеет ни что у тебя синдром Дауна, либо любое другое нарушение развития. The reason that we would think about adding a new diagnosis. Единственная причина, когда мы добавляем другие диагнозы. Would only be because there were new symptoms. Потому что у кого-то появляются новые симптомы. That made us need to capture. Которые приходится отражать в этом диагнозе. Ну вот просто называть другим словом. Но никакого смысла не имеет, что вот сегодня у тебя был аутизм, а на следующий день вот случилась у тебя шизофрения. Просто потому, что у тебя был день рождения. Ну, мне выбрать вопрос следующий, Таня, как считаешь, или? Сейчас, одну секундочку. Там несколько было. We have several questions about this. Таня starting to choose a question. Maybe you would like to ask us something, if we are talking about Russia. Or you know everything already. Actually, Brian. So, as the questions have come in. Поскольку вопрос все время приходит, а Слава спрашивала, а ты хочешь нам какой-нибудь вопрос задать? И вот Брайан начал говорить. I'm wondering if you have been surprised by any questions that have. Брайан нас спрашивает, а нас какие-то из вопросов удивляют из тех, которые приходят? Хороший вопрос. Меня удивило количество вопросов про можно ли выявить во время беременности, предотвратить возраст родителей. То есть видно, что люди стали слышать о проблеме. Но похоже, что знания такие очень пока общие, и очень много появилось, похоже, страха в обществе. И это меня немножко прямо удивило. Started out talking about this being World Autism Awareness Day. Ну, видите, какое дело. Мы начали вебинар с того, что сегодня Всемирный день информирования об аутизме. It seems to me that the questions that are coming in reveal a level of familiarity with autism. И похоже, что вопросы, которые приходят, они как раз отражают уровень нашей осведомленности, насколько нам это все знакомо. That is encouraging. И это так воодушевляет. People aren't asking what is autism. Люди больше не спрашивают, что такое аутизм. Да, не было практически ни одного такого вопроса. It was no question like that. Yes. Ну, может быть, несколько. Maybe just some. Здорово. Таня, ты... Я нашла вопрос, на самом деле, это группа вопросов. Это по поводу детей, которые не пользуются речью. Ну, вот первый вопрос, есть ли какое-то точное мнение, до какого возраста, если ребенок речью не пользуется, то он будет всю жизнь невербальным? Нет. But this is, well, this may not be the exact answer to the question. Это может не совсем четкий ответ на вопрос. It's an opportunity to say. Просто вот какая-то возможность сказать что-то про нашу область. It can be very hard to live with uncertainty. Очень тяжело жить в ситуации неопределенности.
And sometimes our answer to uncertainty is to try to predict the future. Иногда наш ответ на вот эту ситуацию неопределенности — это попытка предсказать будущее. So I've seen many parents who come in and tell me that they were told that their child would never do this or never do that. Я видел массу родителей, которые мне приходили и говорили, что нам говорили, что мой ребенок никогда этого делать не будет, этого делать не будет. And their child is sitting there doing all of this. А ребенок сидит тут и делает все это дело. So, so it's really impossible to know with certainty. То есть никогда невозможно достоверно знать, that someone will never speak. Что кто-то никогда не будет говорить. Certainly that's true for some people. Да, это справедливо по отношению к некоторым людям. But they may find other ways to communicate. Но они могут найти другие способы для коммуникации. So if the nature of the question is when to give up. То есть если природа вопроса в том, что когда сдаваться, it goes back to one of our earlier questions. То это идет, возвращает нас к другому, более раннему вопросу. Если когда слишком поздно что-то начинать, какие-то стратегии? I think people will generally have a good sense if they're making progress in treatment. Я думаю, что людям вполне понятно, есть ли там какой-то прогресс в используемой программе помощи. And if they have made an adequate effort. Если сделаны адекватные попытки, and they're not seeing any progress, но вы не видите никакого прогресса, then very often people will try something else. Тогда надо попробовать что-то другое. Можно я продолжу? Да, конечно. Смотрите, все-таки речь — это не что-то такое отдельное, это не что-то вот, что живет в человеке где-то и появляется само по себе. Все-таки речь — это часть коммуникации. Мы видим очень много маленьких детей, но мы видим также и взрослых, людей, которым по 30 лет, которые начали говорить, когда им дали дополнительную коммуникацию. Когда они стали использовать картинки для обмена, ну, для того, чтобы попросить, они заговорили. Когда они начали использовать коммуникативные доски, они заговорили. Когда они начали использовать айпады или андроиды для того, чтобы вступать в коммуникацию и так далее. Да? То есть все-таки коммуникация – это очень важная штука. Для того, чтобы речь развивалась, я вообще должен быть уверен, что меня слышат, я обращаюсь, меня понимают, я получаю что-то хорошее. То есть вот сказать, что ребенок никогда не заговорит, если у ребенка выражены проблемы и выраженный аутизм, и мы не оказываем ему подходящей программы помощи, ну, шансы, что он заговорит, будут меньше. Чем больше мы сделаем для того, чтобы применить те стратегии, которые мы знаем как эффективные для развития коммуникации, тем больше шансов, что будет развиваться речь. То есть это все-таки речь — это инструмент. Речь — это инструмент. Это не что-то, что может улучшиться от того, что я нажимаю волшебную точку на пальце или ставлю пиявку за ухо. Я, к сожалению, каждый день слышу эти истории. Или вот как в вопросах пишут, используют там высокочастотные токи. И мы опять видим вот группу вопросов про то, а надо ли использовать нам, я сейчас точно прочитаю, как это, вот терапия высокочастотными волнами, улучшает ли понимание речи, улучшает ли речь. Мы не знаем таких исследований. Мы знаем, что структурированные программы, основанные на поведенческих подходах, использующие дополнительную коммуникацию, не только PECS, а самые разные виды дополнительной коммуникации и зрительной поддержки, помогают людям говорить и понимать. У меня есть маленькая добавка.
Таня wants to comment. Так уж получилось, там, поскольку программа PEX стала самой... Ну, во-первых, она очень хорошо описана, во-вторых, она очень известна сейчас уже в России, но мы иногда не думаем о других коммуникативных функциях. По сути, чему учит программа PEX? Она учит просить... И учит в какой-то степени комментировать, отвечать на один простой вопрос. Давайте подумаем о реальной ситуации, подумаем, что кроме вот этих коммуникативных функций есть еще масса других, и если у нас их нет как инструментов, это приводит нас к тому, что мы либо испытываем очень много разочарования, либо можем... проявлять достаточно много агрессии, потому что не имеем возможности каким-то образом это выразить. А к этим коммуникативным функциям, например, относится возможность сказать «нет». Не хочу, не люблю, потому что вся система педагогическая, она построена на том, что я сказал, а ты сделал. Ну и, соответственно, тебе это полезно как ребенку, развивающемуся организму. А есть вещи, которые обычный ребенок говорит «нет» на нелюбимую еду, нелюбимую одежду, нелюбимую, там, я не знаю, какое-то активное занятие. Вот не хочу я. Следующая штука, когда мы просим, мы можем просить чего-то, мы можем просить продолжения, а можем просить помощи. И это тоже важная вещь, которую иногда дети не умеют сделать. А еще есть выражение «мне не нравится, не нравится». И мы, поскольку самого лучшего хотим для наших детей, мы иногда почему-то ожидаем, что все, что мы им предложим, они скажут «нравится». А вот мне не нравится тот чай, который Слава пьет. Я терпеть имбирь не люблю, вот не могу, да? Но при этом я хорошо отношусь к Славе. Я имею право, наверное, сказать, что не люблю я твой имбирь, но в общем, мы при этом работаем больше 20 лет. То есть я очень хочу, чтобы когда мы думаем о развитии коммуникации, мы думали о том, что коммуникация – это не только просить. И мы здесь с вами сидим уже вот час 41 минуту, и мы коммуницируем, и мало кто у кого что попросил. And we are communicating a lot, but we are not requesting. Да, люди разные. А вот, кстати, у нас нет пока таких вопросов, кроме одного, который спрашивает про центральную согласованность. Но вот есть какие-то вещи, которые на самом деле очень важны для понимания аутизма. И они называются ключевыми дефицитами. И когда люди рассказывают про ключевые дефициты, они все время перечисляют разное количество этих ключевых дефицитов. Кто-то говорит только в соответствии там, с классификацией, говорит о двух, социальной и повторяющемся поведении. Часто туда добавляется центральная согласованность, туда добавляются еще исполнительные функции. Туда еще добавляется то, что мы называем понимание о другом или теория психического. Если, Брайан, вот вы все-таки человек, очень знающий в области аутизма и известный в этой области эксперт, если я вас попрошу перечислить основные ключевые дефициты при аутизме, что вы назовете? Сколько их будет из... Можно я тебе сначала скажу, мне твой чай тоже не нравится. Я не собирался им с ним вами делиться. I was not going to share. I think you're raising a very important point about how complex autism is. Вот ты, похоже, так очень важную штуку затронул. Вообще аутизм — это очень сложная штука. Даже когда вы думаете о ключевых дефицитах, for some individuals, certain deficits may have more significance than for others. И определенные дефициты для определенных людей могут иметь большее значение, нежели для других. So it's very hard, you know, across the board to say that this is the, you know, this is the area in autism. То есть так вот сложно сказать, что это точно вот касается аутизма.
Когда ты это говоришь, за этим стоит какая-то такая идея. Если мы можем эффективно справляться с какими-то из них, то мы увидим вот такой каскад пользы, который это приведет. То есть, например, совместное внимание, joint attention and then what? Engagement. А вовлечение, вовлеченность. Вот это вот области, на которые фокусируются очень многие известные исследователи. И там такая идея, если тебе удастся улучшить вот это совместное внимание, то тогда будет гораздо больше успеха во всех дальнейших попытках образовательного характера. Есть определенные доказательства, что улучшение совместного внимания или особый фокус на этом в программе помощи с самого начала может в дальнейшем улучшиться исходы по развитию языка и речи. То есть вот эти знания, которые приходят из исследований, направленных на специфические ключевые дефициты, которые ты, Слава, упомянул, соответственно, помогают нам понять, какие активные составляющие должны присутствовать в наших программах помощи. Спасибо. Thank you very much. Спасибо большое. У нас, Тань, можно я скажу, по-моему, вот такая область, которую мы совсем не затрагивали, у нас большое количество вопросов. Образование для детей. Можно ли ребенку с аутизмом идти в детский сад? Какой детский сад лучше, с обычными детьми или с нет? Хорошо ли для обычных детей, если рядом с ними дети с аутизмом? Должны ли мы ограничивать доступ для образования для ребенка с аутизмом и только озадачиваться его социальным развитием, а вдруг ему потом понадобятся те знания, которых он не получит? То есть вообще вот образование, инклюзия, обычные, типично развивающиеся дети и дети с расстройствами аутистического спектра, что вообще, что сейчас передовой фронт науки говорит нам? Некоторые школы и дошкольные учреждения в Соединенных Штатах и школы начальные, в которых сложнее всего попасть, которые наиболее там вот самые популярные дошкольные учреждения, те школы, которых пытаются просунуть богатые дети своих детей, богатые люди, а также профессора, которые существуют лист ожидания, чтобы туда попасть, это как раз инклюзивные детские сады и начальные школы. И родители детей в этих школах говорят о том, что образование там прекрасное. Понятно, что дошкольники физику не изучают. По крайней мере, не в Соединенных Штатах. Потому что в детских садах учатся, как взаимодействовать с другими детьми. Там учатся социальным навыкам. Как действовать по очереди. Как играть в игры. И это обучение становится богаче, обогащается. Когда в классе, в группе есть разные способности у людей. То есть вот эти вот очень конкурентоспособные школы
retain a percentage of their class for students with всегда оставляют определенный процент для того, чтобы там были дети с нарушениями развития. So that there's a nice mix of students. То есть, соответственно, там очень хорошее соотношение и смешание разных детей в классе. They don't want a class that's all students with disabilities. То есть нехорошо, когда в классе все дети имеют нарушения. And they don't want a class that's all typically developed. И не хотелось бы, чтобы в группе были только типично развивающиеся дети. Таня, я тебя попрошу, может быть, рассказать о нашем опыте, что сейчас происходит в проектах, которые мы с тобой помогаем, в которых фонд «Обнаженные сердца» участвует. Это, мне кажется, важная какая-то штука, потому что мы движемся пока к инклюзивным программам, и мы знаем, что есть уже подобные примеры. Но все равно мы в самом начале, и это вопрос все-таки от русских родителей, что делать? От российских родителей, простите. Куда идти, как обращаться, как учить. Использовать ли, опять же, EBA в школе и в детском саду. Можешь нам помочь прокомментировать? Каковы барьеры, спрашивает Брайан. Я хочу вернуться к тому, что сегодня день распространения информации об аутизме. И очень часто барьером является как раз та самая информация. То есть вопрос, в какое образовательное учреждение, в каком ребенку будет лучше, всегда вопрос для родителей. Дети разные, учреждения разные, но хотелось бы, чтобы ребенок в этом классе или в этой группе не был аутистом, да, вот каким-то представителем другого вида человеческого. Мы хотим, чтобы это был ребенок с аутизмом, что означает, что он в первую очередь ребенок. А значит, он может играть, и хулиганить, и расстраиваться, радоваться, учиться. При этом мы не должны забывать о том, что у него есть аутизм. И об этом не должны забывать в том числе люди, которые работают с этим ребенком. То есть хотелось бы, чтобы в инклюзивном классе или группе все-таки были возможности получения программы помощи, которая связана с моим аутизмом, а не только с тем, что я ребенок определенного возраста. Потому что глупо забывать о ребенке, если он ребенок с аутизмом, ну и также глупо забывать об аутизме у ребенка с аутизмом. Я не думаю, что есть однозначное решение. И ребенку должно быть комфортно, и ребенка должны принимать, и мы должны биться за то, чтобы нашего ребенка приняли, потому что законодательство дает возможность выбора разной образовательной программы. Но вот так вот по опыту мне иногда кажется, что если школа не готова принимать такого ребенка и агрессивно не готова, надо просто искать другой вариант, потому что ребенку там может быть некомфортно. Теперь, собственно, на Славин вопрос. Что мы пытаемся делать? Мы пытаемся развивать разные модели для детей разного возраста. Так получилось, что мы начали со школы, потому что школьное образование, оно обязательно для всех. И начали со школьных программ для достаточно особой группы детей, которые обычно не удерживаются вообще ни в каких образовательных учреждениях, потому что это сочетание достаточно выраженного аутизма, трудностей коммуникации. Ну, по-русски говоря, далеко не все наши дети вообще как-то речью пользуются. Трудности, выраженные в поведении, и трудности в освоении образовательной программы, то есть когнитивные нарушения. И уже 3 года существуют такие программы в Нижнем Новгороде, гораздо дольше в Санкт-Петербурге. И потихонечку, начиная вот с этих программ, мы стараемся... В одной школе? Да, в одной школе 46-й. И спасибо огромное нашим коллегам, потому что они помогают нам как ресурсный центр, как площадка. Да, я перевожу, не волнуйся. Вот. И от этого мы начали строить и другие программы тоже, потому что с этого года работают программы в детских садах. И удалось открыть государственный центр полностью бесплатный для родителей в Нижнем Новгороде, где, к сожалению, очень ограниченная группа детей, но они получают очень интенсивные под 20 часов в неделю поведенческие программы. И мы видим очень хорошие результаты.
И мы стараемся развиваться в этом направлении. Но при этом мы знаем, что все это знают, да, что детьми мы являемся меньшую часть своей жизни. И надо что-то делать для взрослых. И взрослые все очень разные. И у них есть взрослая жизнь и аутизм при этом. И мы стараемся развивать программы для взрослых, что на самом деле очень нелегко, и с трудоустройством нелегко. Но, в общем, мы не стоим на месте. У нас осталось совсем мало времени, всего 6 минут. Ну и для взрослых, собственно, это центр поддержки семьи, обнаженные сердца в Нижнем, который мы поддерживаем, центр Антон тут рядом в Санкт-Петербурге. Очень важные, мне кажется, инициативы, в которых большие очень успехи. И на самом деле то, как мы стараемся создавать дизайн программ обучения тех людей, которые работают с взрослыми, он похож на то, что, в общем, делается и с детьми тоже. Понятно, что есть большие отличия в программе раннего вмешательства для аутизма от обычной программы раннего вмешательства для других нарушений. Но и также, в общем, они, конечно, отличаются от программ для взрослых. Я прям очень сожалею, что мы оставили какое-то количество вопросов без ответов. Их... Я хочу про тьютор говорить. А, да, давай, конечно. Таня, also want to talk about this. Есть вопрос, нужен ли тьютор, в России мало обучают, насколько тьютор полезен для людей с аутизмом. Очень часто у нас есть специальный помощник, который помогает ребенку с аутизмом в Соединенных Штатах. Во многих случаях это как раз то самое, что дает возможность быть человеку с аутизмом включенным в класс с другими детьми. То есть, если бы мы спросили самих тьюторов, они бы сказали, что они хотели бы, чтобы их лучше готовили, чтобы у них лучше было образование. То есть в этом у нас есть куда двигаться и улучшаться. Вот смотри, Тань, на самом деле нам дают знать, что мы можем чуть дольше работать. На 15 минут? Ну, где-то вот в этом районе. То есть мы на самом деле можем попытаться хотя бы в общем охватить все вопросы. Да, у нас есть очень настойчивые вопросы про высокочасточную терапию. По поводу всех вопросов мы точно их все не сможем осветить, да? Но мы точно знаем, что есть сайт «Обнаженные сердца», и мы надеемся, что вашу трансляцию вы сейчас смотрите именно там. И там есть масса других материалов, которые касаются аутизма, и вебинаров, и лекций с форума. Также только что был создан совсем небольшой такой ресурс по поводу самых часто встречающихся мифов и фактов относительно аутизма. Мы, поскольку сегодня Всемирный день распространения информации, мы просто невероятно счастливы этой информацией делиться, поэтому, пожалуйста, смотрите на сайте другую информацию тоже. Есть опросайт выход, ты сказала, да? И еще один сайт, который мы обычно рекомендуем, потому что он содержит очень прилично подобранную литературу, вот, так скажем, без ерунды, да, это сайт фонда выход, конечно. А ты все по поводу высокочастотной? Да, это вот как бы пересылают нам вопросы, и, видимо, правда, это очень волнует, это похоже вопросы от мамы. Мне, к сожалению, не присылают точное название, высокочастотная терапия, да, я не очень уверен, что под этим подразумевается. Ты знаешь какую-нибудь высокочастотную терапию, магниты, электрическую, чего-то? Brain stimulation, стимуляцию мозга при помощи чего-то, чтобы это как-то повлияло на ключевые дефициты при аутизме. Нет. Есть какие-то исследования, которые только начинают смотреть в исследовательских целях на вот эту транскраниальную магнитную стимуляцию, но при этом надо как-то добраться до этого еще мозга-то.
Это только в области исследований. And the rationale for specifically impacting autism И смысл, вот что, собственно, на что мы собираемся там в аутизме влиять, там тоже не особо понятно. Нам сказали, что у нас есть 15 минут, потому что Брайан пальчиком тыщет, сейчас 12:59. Пора уже и пить имбирный чай. You are telling that it's time to drink this ginger tea. I'm worried about the time. Я волнуюсь по поводу времени. I thought about tea. Я думаю, что он по поводу чая волнуется. То есть вот я вот просто лично к вам обращаюсь. Я вижу, что этот вопрос вас очень волнует. Я хочу, чтобы вы серьезно подумали. Понимаете ли вы, что именно вы хотите убрать с помощью вот этого лечения? Потому что большинство методов лечения должны иметь понятную цель, мишень, в которую мы хотим выстрелить, какие-то симптомы, которые мы хотим убрать. Попробуйте здраво проанализировать. Вот знаете ли вы какие-то исследования, которые показывают, что вот те симптомы, которые есть у вашего ребенка, были излечены или убраны с помощью такого исследования? Можете ли вы 100% доверять? Почему в ведущих странах в этой области не используют такого лечения? Явно не потому, что в Соединенных Штатах меньше денег тратится на исследования и в области лечения аутизма. Какой смысл нам с Брайаном скрывать правду? Может, у Брайана есть какая-то причина? Ну, вот для меня они не знают. Я не знаю. Честное слово, если мы узнаем, что есть какой-то метод с помощью магнитов, лекарств, чего угодно, реально помогать детям и людям с аутизмом, я первым же побегу к моим коллегам, которые имеют доступ к средствам массовой информации, скажу, давайте быстро об этом рассказывать. Давайте добиваться, чтобы это было для всех доступно. Давайте заставим тех людей, которые выделяют финансирование, программу помощи, финансировать такое вот лечение. К сожалению, мы не знаем никаких магических методов лечения и таблеток, которые могли бы быть вот таким образом полезны. Мне кажется, что здесь очень такая большая опасность существует. Даже если сам метод безвреден, но родитель или специалист не понимает причин поведения ребенка, не понимает, почему есть трудности с коммуникацией, почему ребенок не говорит или говорит мало и не во всех ситуациях, дает какие-то там таблетки или осуществляет какие-то вмешательства, и вдруг ребенок начинает что-то делать или перестает что-то делать, или просто растет. И мы начинаем в этом искать какие-то случайные связи, то возникает очень большая опасность того, что я отношусь к своему ребенку как к больному, которого я буду бесконечно лечить вот этими методами, недоказанно эффективными, при этом реальная жизнь будет отложена на послезавтра. Вот он вылечится, тогда мы сядем за общий стол кушать, тогда мы пойдем играть, тогда мы подумаем о том, какую коммуникацию мы используем. И это завтра или послезавтра не придет тогда никогда, потому что лечения на самом деле нет. Sorry for the long speech. Извините за длительные разговоры. Так, вопросы. More questions. Много вопросов про ABA или ABA, как по-русски это называют. Вот один из вопросов звучит так. Если у ребенка нет возможности получать ABA, каковы прогнозы на его реабилитацию? Мы не знаем, наверное, опять же, никакого будущего. What could be the answer about that? Well, I think that there's always a future. Да. Всегда будущее есть. And we
need to work with what we have. И надо работать с тем, что доступно. Although ABA is can be clearly effective and понятно, что поведенческие программы ABA может быть очень эффективными. We often hear the most about. И из тех всех, которых мы вообще когда-либо слышали. It really is just shorthand for behaviorally informed interventions. Но возможно тоже программа помощи, которая основывается на какой-то информации о поведенческих науках. So people, at least in the United States, will use ABA as a broad umbrella term. То есть это такой широкий очень термин, зонтичный. In the same way that they might use medication. Так же, как, допустим, медикаментозное лечение, тоже очень широкий термин. Могу я вот это вот прокомментировать? Брайан, если я не прав, пожалуйста, скажи об этом честно и откорректируй. Вот у нас просто случилась такая ошибка терминологическая. Вот в Россию под словом ABA пришло обучение BSBA, когда людей вот, учат, супервизируют, они получают квалификацию. А при этом все остальное, что мы используем в жизни, когда мы хвалим, когда мы находим то, что ребенку нравится, когда мы структурируем и выдаем инструкции, и не подкрепляем желательное поведение, оно все просто никак не называется, потому что поведенческих наук нет. То есть на самом деле это же вот в Америке подразумевает большим зонтиком, да? Может быть, для нас, чтобы развести это, мы должны говорить поведенческие подходы и объяснять родителям, как это делают в Великобритании, скажем. Потому что есть вот это одно образование специализированное в поведенческой области, и оно должно быть. Но при этом и учителя, и родители, и все остальные специалисты должны использовать поведенческие подходы. И это в каком-то смысле даже более важно, чем конкретная сертифицированная вещь по BSBA. Да, конечно. Для нас. Вот этот прикладной поведенческий анализ. Это способ научно описать определенные подходы к программам помощи. Поведенческого вмешательства. Не название какого-то бренда или чего-то подобного. А в России это вот сугубо название бренда. But it looks in Russia that's a brand. Yeah. Я хотела бы добавить, что мы знаем, что дети с аутизмом, они не появились только в 43-м или 44-м году. И они были до 43-го года и вообще задолго. Да? И понятно, что дети с аутизмом, им как-то помогали до того, как появилась вот эта вот группа поведенческих наук. Часть из этих идей мы используем на уровне здравого смысла. И есть идеи, которые просто, может быть, лучше, все-таки, опять же, день информирования об аутизме, да, о них лучше читать и думать, даже если в данном населенном пункте вообще нет специалиста в области поведенческих наук, и, может, он не появится в скором времени. Но это не означает, что 100 лет назад никто не справлялся, и 50 лет назад никто не справлялся, потому что есть общие подходы к поведению, есть общие подходы к обучению. Что бы хотелось избежать странных заблуждений и мифов, которых, наверное, тоже надо говорить в день осведомленности об аутизме. Ну вот есть странный миф по поводу пиявок на речевую зону, там каких-то засветок в глаза, но есть странные педагогические мифы, например, как будто бы использование дополнительной коммуникации может как-то повредить развитию речи, речевого центра. И это ужасный миф, потому что использование дополнительной коммуникации только помогает в развитии вербальной речи. Есть еще какое-то странное заблуждение, что если много внимания уделять развитию тонкой моторики,
то у человека развивается речь. И наши западные коллеги, когда спрашивают, а что вы делаете, чего вы себе бусы нанизываете, какие-то штуки делают, мы говорим, мы тонкую моторику развиваем. А иногда спрашивают, а зачем вы это делаете? А потому что в учебнике написано, что это речь развивает. Вот я хочу спросить, а Брайан-то знает, что надо бусы нанизывать, чтобы по-русски разговаривать? И как? Нанизывает? Может, поэтому и не говорит? Ну, наверное, поскольку плохо нанизывает, то и по-русски плохо говорит. Ну вот, соответственно, с этим тоже надо разобраться. То есть всегда надо думать о том, что доказано, что не доказано, и пытаться из этого вытащить то, что можно использовать прямо сегодня и сейчас, не дожидаясь, пока рядом появится этот доступный и понимающий специалист в области поведенческого анализа. Мне нравится, что ты... Я уже начала от усталости повторять ему по-английски. По поводу здравого смысла. Потому что иногда, когда мы злимся, или чего-то очень хотим, мы начинаем забывать о том, что есть здравый смысл. Ну вот, если мы что-то очень хотим, чтобы не забывать об этом, вот, например, с этими пиявками. Да. Меняя тему. So changing the theme. Вопрос. Могут ли взрослые с аутизмом проживать самостоятельно? Да, конечно. Зависит от того, насколько программа предыдущая научила их ориентироваться, справляться с собственными эмоциями, знать, как обратиться за поддержкой. Наверное, можно говорить о разных степенях независимости. Можно жить, да. И процесс, когда тут дойти, не то, чтобы вы на парашюте кого-то сбросили, чтобы жил себе отдельно в местном сообществе. Я знаю некоторые семьи, которые сначала их выросший ребенок живет очень близко к ним. И начинает с того, что отдельно живет всего один день на неделе. Извините, не день в неделю, а в течение днем, а ночью приходит к родителям. Но вот эта вот постепенная стратегия достижения самостоятельности, она может быть очень важной для достижения успеха. И вообще очень много мы используем пошаговых стратегий, и, наверное, вот это тоже, если вы сейчас ищете информацию для ваших детей или для работы с детьми с аутизмом, посмотрите на те программы, которые используют вот такое пошаговое разбиение навыков, в которых учат не только академические навыки, где есть также и социальные, и другие все области. Ох, ну что, давайте последний вопрос. Да, или да. У нас еще есть три минуты? Нет, нам показывают, что нет. Нет. Значит, вот вопрос на самом деле такой, вот личное мнение Брайана. Аутизм — это болезнь или это тяжелая болезнь? Или это особенность развития? Скажи нам честно. Совершенно очевидно, что это не заболевание, не болезнь. Это не что-то, что ты подцепил. Это нарушение развития. Это выражение того, как развивается наш мозг. Спасибо. Спасибо. Ну,
Ну и давайте тогда напоследок мы скажем каждый просто два слова о сегодняшнем нашем. Я просто хочу с себя начать. Я хочу сказать спасибо огромное за огромное количество вопросов. Огромное за огромное. И это правда здорово. Мне очень приятно, что люди больше знают о людях с аутизмом и больше думают о них. И мне было очень приятно. С Таней уже больше 20 лет вместе работать. А с Брайаном тоже уже ведь... Сколько? Три года, да, уже большой срок. Спасибо большое, что приехал к нам. Спасибо, что отвечаешь на вопросы русских родителей и специалистов. Мне кажется, это для нас очень важно. Спасибо. Таня? Я очень жду сегодняшнего вечера. Я знаю, что будет не очень тепло, и как-то весна куда-то делась. Но я ужасно хочу посмотреть, как подсвечиваются здания. И я уже видела, как готовятся к подсветке в других городах. Мне жалко, что я не увижу этого в родном Питере. Но я точно сегодня буду ходить, мерзнуть и радоваться тому, что здания в Москве будут подсвечены. Спасибо за эту возможность. Весь мир пытается понять, как лучше отвечать на потребности людей с аутизмом. Что здесь в России происходит? Это тоже может от этого весь мир учиться о том, как помогать людям с аутизмом. Thank you very much. Спасибо вам большое. Совсем заканчивать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо фонду. Да, спасибо всем, кто нам помогает с организацией трансляции. Здорово.